Ну что ж, всем привет, с вами снова я, ZB Vitor, мы сейчас играем Car Manufacture. Будем делать машинки, в общем. Поехали. Руководство, свободная игра, испытания. Испытания — это что, типа сюжета или что? Что такое руководство? Она пока типа в раннем доступе, но типа, введение. Добро пожаловать, начало 20 века. Принесла новые вызовы и возможности. Проявите качество отличного лидера, став главой автозавода. От вас зависит, каким будет будущее автомобильной промышленности. Добро пожаловать. Это, наверное, то, что нужно. Что я не пойму, там руководство есть. А какая разница? Может было как-то сделать. Свободная игра, я понимаю, что там может, типа, до какого-то определенного момента улучшаться и так далее. А испытания? Вы столкнулись с замечательными существами? А, ладно, понятно. Давайте тогда руководство выберем. Ты какой-то режим типа выживания, да? Корабля, которые появляются себя как коллекционеры, стремящие приобрести высококачественные автомобили по ценам. Explore. Название компании. Логотип. Тест-водитель. Нетрадиционные инженерные задачи. Какие-то сюжеты, по-моему, или что? Боевой порядок, автосалон. Давайте руководство уже выберем. Почему бы нет? Вроде бы здесь более-менее все то, что нужно. Знаю даже, что там по звуку. Давай немножко громче сделаем. Центр на 70. Музычку тоже чуть повыше. Ну, так вот вроде бы норм. Нажмите здесь. Создайте любую машину. А каким образом? Каким образом? Обучение, что не было. Нажмите здесь по умолчанию. Имя машины, правильно? Это чертеж. Номеро. Окей. Так, цех. Какое фантастическое название модели автомобиля. Я верю, что ты преуспеешь в этой роли. Давай сначала понаучимся перемещать камеру. Ну, вроде бы это да. Типа, обучение, все дела. Руководство. Будем управлять заводом. Так, поворот камеры. QE, либо средней клавишей мыши. Окидоки, увеличить масштаб камеры. Это понятно. Дальше что? Пришло время запустить фабрику. Давайте переключимся в режим редактора, чтобы начать сборку. Так, а это очистка, да? Окей. Очистили. Так, место кирпичное здание. Вот это. Здесь еще какие-то вариации есть. Окей. А как его ставить? 16 на 16 нужно или что? Перенажмите и перетащите. Ну вот, 16 на 16. Есть типа... Не? Подожди. А, его можно, кстати. А, вот, 16. Все, нормально. То это было 6, 16 на 6, получается. Так, теперь мы ставим двери какие-то. Есть двери. Что дальше? Так, вот. Станция сборки. Сколько мы можем поместить? Сколько вообще нужно поместить? Давай вот здесь вот так вот поместим. Дальше у нас ворота. Ворота давай... Будут возле дверей, только с этой стороны. Ну, короче, на той же самой стороне. Здесь ворота, вот здесь он... Хотя, может быть, не очень удобно, ну ладно. Так, подключите сборочную станцию к воротам, чтобы автомобили могли выезжать наружу. Позже вы сможете соединить множество сборочных станций вместе, чтобы создать сборочные линии. Окей, теперь нам вот... Так, подожди. Вот это нужно... Отключить вот сюда. Чуть, наверное, не очень удачно я сделал.
Так, подожди. Вот это убрать можно? Давай отсюда поведем вот так. Да, я так не могу сделать. А как удалить? Подожди. Где здесь удаление? Это очистить производство. Где здесь я видел удаление? Так, нажмите. А, вот. Ага, контролом. Еще контрол нужно было нажать. Так, вот мы вот сюда ведем. Поворачиваем вот здесь. И вот. Во, вот так вот хорошо. Вот так вот нормально. А нам нужно с двух сторон или с одной стороны? Если с двух, тогда я вообще не очень поставил, короче. А как ее удалить? Так, подожди, нажмите. Ctrl. Ctrl мы нажимаем, но удалить я почему-то не могу. Я выбираю вот это. Хочу удалить. Оно не удаляется. Ага, вот, уничтожить. Блин, почему сразу такие нюансы? Я что-то не понимаю, блин. Давай вот так вот сделаем. Теперь мы сделаем вот эту. Ведем, подожди. А, собака. Ведем вот сюда. Вот сюда и вот так вот. И мы вот здесь вот так еще делаем. Не? Нельзя. Ладно, пускай будет так, а мы потом посмотрим, типа. Может быть, там еще что-то можно будет подключить или как-то. В общем, что нам нужно? Место хранения. А, может быть, кстати. Так, ладно, у нас вот эта вкладка. Место хранения. Области можно использовать для группировки определенных элементов. Но, а где склад ставить? А, это здание нужно сделать. Давай сделаем вот здесь. Вот, допустим, вот такой вот склад хранения. Дальше это материалы для поддон для хранения. Так, вот есть два. Дальше что? Установите любой чертеж для производства. Нажмите на сборочную станцию Factory Mod, чтобы установить модель автомобиля, которую она производит. Производство автомобилей разделено на этапы, для каждой фазы требуется одна или несколько car parts, которые необходимо сохранить. Вообще, руководство это по ходу обучения, я так понял. Чисто мы обучение проходим. Установите любой чертеж. Вот. Вот. Вот, поехало производство. А теперь пришло время настроить логистику. Нажмите на зону хранения. Пользовательский интерфейс хранилища позволяет вам исследовать организацию хранения и управлять заказами. Вы можете создавать заказы вручную или использовать раздел предлагаемые заказы для автоматического заказа деталей, необходимых для ваших сборочных станций. Нажмите создать, разместить заказ. Так, вы можете увидеть своих потенциальных работников for hire. Прокат. Почему в прокат называется? А какая разница у них? Сила. А, модификации еще какие-то. А сколько мне нужно рабочих? Так, три механика. Раз, два, три. Есть три механика. Кто еще нужен? Установите быструю скорость. Есть такое.
Так, это зона парковки. Куда ее поставить? А вот здесь. Так, зона парковки есть, хорошо. Нажмите здесь, место для парковки. Ага. Немножко я. Как ее развернуть? Угу. Короче, расширяем. Нельзя ее расширить. Недостаточно места пишет. Все, это уничтожается, то контролом убирается, странно очень. Блин, да ладно вам. Да. Так, вот это должно поместиться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нормально, 6 мест для парковки. Отлично, теперь пришло время построить место для продвижения и продажи ножей и продукции. Римское здание называется. Это где оно? Вот оно. Римское здание. 12 на 12 нужно. Ну, давай вот здесь. И есть у нас такое. Двери есть. Дальше. Зона продаж. Где ее поставить? А, необходимо в здание поставить. 8 на 8 нужно. Так, а где двери были? Ага, нормально, нормально. Ё-моё, все нужно в этих ставить. Так, ну давай вот здесь. Тоже здесь. Здесь нельзя, зато вот здесь можно. Теперь мы вот сюда нажимаем. А кого нам нужно? Нажмите на зону продаж. А, вот, зона продаж. Теперь на ваш завод будут приходить клиенты, желающие купить машину. Клиенты обычно имеют в виду конкретную модель, но талантливый продавец может убедить их купить похожую модель. Всегда есть вероятность, что продажа не удастся. Понятно. Так, изменить. Ага, выбрать. Ну, слушай, смотри. Нормальная тачка, ё-моё. Красивенькая. Наценка, нифига себе. Ну, давай 80% наценки. Активировать рекламу. Выпустить. Хорошо. Нанять. Вот этого давай. Пускай у нас нормальные будут продавцы. Давай подождем, пока мы совершим первую сделку. А можно закрыть как-то? Как-то менюшку подзакрыть. Слишком много менюшек. Намера. 3 покупателя вроде бы. Продать любую машину. Так мы, кстати, еще не сделали машину. А, есть одна. Только она, по-моему, не в ту сторону стоит, да? Здесь как-то оно не соединено. Что очень странно. А ну давай мы вот так вот сделаем. Как-то очень странно, слушай. А ну не соединяется? Почему? Что за бред? Почему я дальше не могу построить?
конце конвейера отсутствуют ворота. Понятное дело. Давай я заново сделаю. Ни хрена не понимаю, почему оно не хочет. Так, давай вот здесь ворота сделаем. Ворота есть. Так, мы вот. Почему оно не хочет соединяться, твою мать? Чё за бред, блин? Ну вот же ведется. Нормально ведется. Почему, блядь, оно не соединяется? Что за хрень? Понятно, там будут отсутствовать ворота, блин. Во! Ёб твою мать, блин. Можешь было указывать, с какой стороны, блин, нужно? А ладно. А вот это уже не нужно. Вот. А вот это, если, типа, соединить, наверное, еще с одной, то, в принципе, можно, наверное, и этот и делать. Одна машина готова. 17 покупателей мы, блин, задерживаем. Извините, на дерево технологий. Там мы можем вложить наши кровно заработанные деньги в развитие нашего завода. Окей. Очень важно, чтобы ваша фабрика развивалась технологически. Нажмите кнопку дерево технологий, чтобы открыть экран дерево технологий. Понятно. Вот, это что у нас? Менеджмент. Есть. Мы разблокировали менеджмент 1, теперь мы можем нанять больше сотрудников. Для чего? С течением времени наша продукция становится все менее популярной на рынке. Нам нужно инвестировать в исследования, чтобы не отставать от конкурентов. Зона исследований. А, это необходимо в здании сделать. Да, очень странно, блин, мы здание такое маленькое сделали. 6 на 6 нужно сделать. Угу. А как мы 6 на 6 сделаем? Пиздец какой-то. Обычное здание или римское здание? Какое нужно? Простое кирпичное здание. Ну, давай сделаем. Обычное кирпичное здание. Так, куда ж ты? Так, подожди. Ага. Вот. Двери есть. Вот, исследование. Что там нужно еще? Чертеж вы... Ага, чертеж нужно. Так, это где? В зоне поиска нужно. В зоне исследования. А нахрена вы мне сказали, чтобы я построил такое маленькое? Достигнут лимита. Как? Как я, блядь, вам поставлю это стуло здесь? Че, издеваетесь меня? Чем было 6 на 6 сразу ставить, если здесь нужна зона побольше? Ладно. Одну только можно ставить. Сколько нам нужно таких человечков? Так, изменить, выбрать. Вот, машинку тут разрабатывать какую-то. Ага.
А я еще продажников нанял. Сколько их должно быть? А вообще один человек, наверное, должен быть, да? А я нанимаю. Пускай будет. В смысле? Ага. Так, у этого простой получается. Здесь нам нужен один человек, да? Так, работает простой. А здесь сколько на столе? Давай мы настроим немножко. То я нанял, блин, зачем только? Так, блин, а как понять, сколько здесь работает человек? Короче, где у нас там? Вот это мы увольняем. Вот здесь сборка. Все хорошо. Так, вот этого увольняем. Этот отдыхает. Вроде бы все норм. В смысле, а что ты отдыхаешь? А, вот, исследования пошли. Я не знаю, типа, может быть, там одного еще нанять? Пускай там в моментах меняются, типа. Ну, вот троечка. Угу. Здесь работает у нас два человека. Здесь просто машин не настолько много. Может быть, еще одну поставить. Давай, наверное, еще один цех поставим. Количество станций превышает лимит. Да блин, опять эта херня. Почему нельзя так поставить? Ой, блин, бред. Может быть, пока недоступно это. Ладно. 48 клиентов, ё-моё. Мы машину собираем, пиздец, как долго. А квесты? Квеста у нас нету. Так, окей, что там с исследованиями? Недоступно. 59%. Ой, 70 уже. Так, слушай, там походу и одного хватает. Давай посмотрим. Простой. А, ладно, они меняются. Потому что я думал, они не меняются, типа. Смысл у меня от таких клиентов, точнее работников. Да что там опять не так? Все ж нормально, блин. Что ж автомобиля не выбран? Да выбран он. Все выбрано. Ой, писец какой-то.
Нам что, еще одни двери нужно ставить? Да не, вряд ли, мне кажется. Как-то объединить можно. Так, имя. Давай, как можно, блин? Сру. Ну, сру так сру. Хорошо. Ай, что-то такое, блин. Там номера, блин. Номера. Пофиг, короче. Здесь Falconer. Угу. Так, а как нам еще следующее производство запустить, чтобы... чтобы было нормально. Здесь количество станций превышает лимит. Блин. Ладно. А еще у нас нету больше чертежей? Ну да. Ну ладно, ладно. Ну, еще один клиент получил свою машину. Так, технологии доступны. Да. Здесь доступно. Почему чертеж автомобиля не выбран? Вот, выбрано. Почему оно слетело? Типа из-за того, что я там поставил что-то или что? Окей. Можно, кстати, здесь поставить, не? Это ж никак не повлияет на исследование. Так, а почему? Почему я не могу выбрать? Что за херня? Почему я чертеж не могу выбрать? Ребят, что-то ко мне все прилипает-то, ёб твою мать. Убери здание. Смотри, я сейчас не могу чертеж выбрать. Вот так нужно? Ага. Хорошо, отсюда нажимаешь, потом выбираешь. Давай выберем вот это. Так, еще походу людей нужно нанять. Они же не могут работать на две, да? Ну да, они, по-моему, не особо успевают. Давай нанять. Еще нанять. Еще нанять. Потом мы, это кто у нас? Продавцы. Исследователям механики нужно. Нужны механики хорошие. Еще давай вот этого. Вот. А, блин, я не запустил производство, прикинь. Вот, все. И та теперь будут делаться.
Ничего, пускай покупает, хоть она и не выпущена. А вообще, наверное, нужно еще, да, типа, ставить такую же самую тему. А как его? Как его увеличить? Угу. Так, вот. И давай еще поставим. Вот это давай перенесем немножко. Ой, да не все, блин, вот это только. Ага. Вот так вот поставим. Угу. И мы вот. Блин, достигнуто максимальное количество в зоне. И здесь достигнут лимит. А почему только по одной машине можно продавать? Я бы еще поставил. Может, типа исследования нужны? Или улучшения какие-то? Так, есть что-нибудь у вас, ребята? Ребята. Так, мы вот сюда нажимаем. Ничего у них нету. Сидят без дела, в общем. Первая тачка готова. И здесь почти готово. Короче, нам, наверное, нужно маленькие заводики делать. Либо один завод, но, типа, много этих выходов. А вот этого можно убирать? Нет? Нету покупателей. Такая машина прекрасная, ё-моё. От двери до двери, окей. Активировали. Так вон же там, типа. В смысле, мы выпустили машину эту. Вот она. Быстрая продажа за 400 баксов. Написано не выпущено. Как это не выпущено? Все выпущено. Не надо здесь. А, выпустить. Тю. Я просто не нажал. Выпустить машину. Какой нюанс, конечно. Ну ничего, вторая уже готовится. Это хорошо. Это очень даже неплохо. Я просто не понимаю, какой это режим. Типа в свободной игре то понятно, что ты будешь там прокачиваться и так далее. А здесь какой? Типа можно дальше продолжать и... И ничего не переживать. Зона здесь, конечно, очень маленькая. Наверное, здесь можно будет купить вот это что-то. Но, типа, до определенного момента нужно прокачаться, походу. Так, и где мой фалконер? Я что-то не пойму, почему... Почему вы так медленно его делаете? Типа, затраты на него больше? По времени... Значит, сотрудников на эту линию 6. А здесь вообще никого нельзя назначить. В чем прикол? Средняя себестоимость автомобиля $6. Чего, блять? Это как вообще? Давай 3 сотрудника. А, вот, остальные тоже пошли. У меня 6 сотрудников, подожди. Это у нас механик. А чё он, подожди. Так, у нас 6 механиков.
Ну и 6 этих чуваков, которые вот, там носят. Носят, подносят, так сказать. Ладно. А сколько здесь? 10. Среднее количество заданий в неделю. 10. Оки-доки. А здесь получается... А, 19 даже. Странно. Ну вот, да. Можно назначить 3 туда, 3 туда. Типа... Ну ладно. Разберемся. Понемножку, понемножечку. Вроде все быстро идет. Давай на 90%. Нам бы побольше вот этих фалконеров, блин. Мне кажется, было бы поинтереснее. Так. Давай, знаешь, что сделаем? Мне кажется, переоборудовать нужно какой-то завод. Либо новый построить, только сделать с него что-то более адекватнее, чем мы до этого сделали. Ага, них... Ого, блин, 50к. Незаконное столкновение. А как его убрать? Блин, сейчас не очень здания остались. Точнее, построить можно было. Это, наверное, маленькая территория будет. Хотя давай посмотрим. Так, если мы двери вот здесь сделаем. Текс. А, мне ж еще склад нужно сделать. Ёканый бабай. Блин, проще будет переоборудовать. Это по 3 работника получается, что там нужно, да? Ага, так, хранилище. Такс. Окей, выбираем, короче... Еще один вот этот фалконер. Еще. А хотя, смысл нам делать еще, да, другую машину? Давай одну делать и все. Вот, механиком нанимаем. Раз, два, три. Подожди, по 3 механика там получается должно быть, или по 2. Блин, вот в механиках непонятно реально. Ай, это максималка. Ладно. Так, и здесь тоже максималка. Окей, ладно. Ладно. Можно было бы и здесь побольше сделать, кстати. Угу. Так, а я чертеж выбрал? Выбрал. 2 чела. 1 чел. Здесь вообще никого. Значит, здесь нужно 2. По 2 чела на цех, но это мало. Блин, а кого-то все равно не хватает. Там механика, по-моему.
Проще было один сделать цех какой-то. Нифига этих машин, ёканы, бабай. Давай вот эту продавать. Изменить, выбрать. Ой, изменить. Ой, не то. Выбрать. Ага. Продавайте, давайте. Пускай забирают машины. Оценкой в 90%. Забирайте тачки, ёканый бабай. Такая машина вообще. Или может прекратить производство этой машины? Зачем она нам нужна, правильно? Давайте продадим остальное, что у нас было. И все. Пускай уже доделают. И продадим все остатки этой машины. И тогда можем, в принципе, этот цех переделать. Так, окей. Очистили мы производство и продали все детали, да? Модель плохого качества? Да пошел ты, слушай. Какое тебе дело, модель плохого качества? А здесь вообще ничего не делают. А, я ж не запустил их, понятное дело. Все, поехало, поехало. Так, это мы делаем таким образом. С чем, спрашивается, я тогда делал, да? Это все. Так, две машины остались. Одна осталась машина. Все, продал последнюю тачку. Отлично. Отлично. Последнюю машинку продал, давай изменим. Все, у нас готовятся. Готовятся машинки. А это можно перенести? Чтоб я вот это не тратил деньги. А лишнее, так сказать. Не, оно только уничтожается, жаль. Жаль. Так, вот. Есть 4. Окей, окей. Хорошо, теперь нужно склад еще поставить. Тогда у нас склад вот здесь будет. Thank you.
Окей. Вроде должно этого хватить. Теперь мы его здесь... Бля, я не знаю, типа... Да, давай сделаем, короче, так, чтобы все было адекватно. Поэтому мы, короче, уничтожаем. Точнее, постанавливаем производство. А исследование есть что-то там новенькое, не? Ни хрена нету. И здесь ничего не доступно. Требования. Разблокировать менеджмент 1. Максимальное количество рабочих от 20 до 30. Следующий уровень. Ладно. Все, эту станцию можно удалять. Удалять, убирать. Хорошо, что они, слушай, машинки доделают. Типа не так, что типа бросили и все, и дальше погнали. Это очень хорошо, что они доделывают это все. Так, и это мы удаляем. Благополучно удаляем. Ладно, вот здесь тоже нужно удалить. Только каким образом? Так, вот, хорошо. Это мы перемещаем. Вот сюда. Отлично. Ну вот, вроде как-то более-менее смотрится, что ли. Да блин, я не хочу вот, я хочу само здание переместить. Вот. Вот так вот. Вроде бы неплохо. Вроде бы неплохо. Ребята, вы делаете машины, не? А, я же не запустил опять. Ну, ёканый бабай. Забываю запустить. Нужно же запустить производство, ё-моё. Алло, ребята, вы чё, не можете машины продать, что ли? Быстренько, быстренько продаем машины. У нас там 3 штуки стоит еще. Во, уже продали, нормально. А эти не хотят разработать что-то? Не хотят они разрабатывать что-то новое. Текущий уровень, окей. А как этот, блин, как их прокачивать? Ладно. Сотрудники, какие-то еще места. Торговое место, понятно. Парковка. Понятно. Типа нужно какое-то количество, что ли, сделать. Утилита какая-то есть. Это что? Металлическое здание. А зачем оно? Зачем оно? Не знаю. В общем, не знаю. Может быть, просто
если тебе нравится металлическое. Здание можно его поставить. Типа того. Окей. Что-то пока непонятно, что это такое. Популярность бренда. Ну, короче, да, нам нужно делать все. Делать все. Давай, наверное, уберем отсюда производство. Чтобы они не бегали по разным заводам. Пускай уже доделают. Пускай все будет на одном заводе и все. Давай еще двери, наверное, знаешь, где поставим? Вот здесь. Чтобы они не бегали вот сюда прям. Чтобы они сразу могли занести. Угу. Так будет быстрее, мне кажется. А то они все здание оббегают, блин, чтобы сюда, туда. Короче. Неудобно. Понемножку машинки продаются, понемножку. Все. Все понемножку. Мы бренд свой прокачиваем. Уже 190 популярность, ё-моё. Нормально, нормально. Что они делают? Моют её, что ли? Смотри, как детально. Близко можно посмотреть. Хорошо, хорошо. Ну, везите. Такс, ага. Все, ребята, можете идти туда работать. Если там место есть. Да там место будет, мне кажется. Сейчас мы, в общем, сделаем так, как оно и должно быть. Ну что, это я что-то прям пораскидывал то туда, то сюда. Это не очень хорошо. Так, а как здание выбрать? Ага. Ой-ой-ой, это перенести. Мне нужно уменьшить его. Че, не могу уменьшить здание, серьезно? Ага, во. Вот так вот. Вот теперь можно перенести. Так, хорошо, здесь же большая зона не нужна, в принципе. Это исследовательская, там то, там здесь другое. Хорошо. В общем, хорошо. Ребята делают дела. Слушай, сколько занимает это работников? У нас 9 работников. 7 человек, которые носят. 9 механиков. Ну давай смотреть, кто просто. Хотя они меняются, это хорошо. Все собирают. Да и здесь тоже, в принципе, все носят, как нужно. Кто-то меняется, кто-то отдыхает, кто-то носит. У меня больше к этому человеку вопросы. Кто-то работает, а кто-то просто стоит. У них еще модификаторы какие-то должны быть. Так, ладно. Я не понимаю, что дальше делать. Так, бонус за повышение популярности. Плюс 110, 100. А у нас здесь ничего не прокачивается. Доступно в полной версии? Так это и так полная версия, не? Ну как, типа... Типа полная версия.
Это же типа не бета, а ранний доступ. Сегодня здесь не сделали это. А как потребление больше сделать? Энергия города. Экономика. Тридцать 60%, 35%. Ладно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, The Bayvitter. Дальше, может, поразбираемся, а может и нет. Ладно, посмотрим. В принципе, вроде прикольный симулятор. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, The Bayvitter. Пока-пока.